Здравия желаю. Уважаемые друзья, как мы договорились вчера с Владимиром Владимировичем, я думаю, вы согласитесь поручить мне провести это совещание, но я традиционно говорю, мы всегда так поступали. Владимир Владимирович, вы, спасибо, принимаете сегодня такую расширенную кампанию, и, естественно, вам слово приветствуем. Да. Уважаемые коллеги, друзья, уважаемый Александр Григорьевич, я действительно только пару слов скажу. Хочу вас всех поприветствовать в России, в Москве. Я просто как хозяин площадки, что называется, хочу вас поприветствовать еще раз, пожелать успешной работы. Правительство и парламенты активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы. Хочу вас за эту работу поблагодарить и выразить надежду на то, что если и будут какие-то вопросы до сих пор еще не согласованы, хотя я таких не вижу, но если что-то возникнет в ходе живого общения и реальной работы, то мы, безусловно, как это всегда и было в практике нашей совместной деятельности, согласуем и найдем приемлемые для обеих сторон решения. Большое спасибо. Добро пожаловать. Уважаемые друзья, вы знаете, что мы с Владимиром Владимировичем вчера провели фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы, ну, как журналисты говорят, закрытого характера. Они всегда существуют. Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросом развития военно-промышленного комплекса и связанного с ним вопросом, и вопросом обороны союзного государства. Я полагаю, Владимир Владимирович об этом говорил, что это были результативные переговоры по всем вопросам, а их там больше десятка было. Мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику, но думаю, что в ближайшее время вы это все услышите и увидите. Но поскольку сегодня мы договорились, обсудим вопрос социально-экономического характера, позвольте с учетом этого сказать несколько слов. Естественно, что с учетом текущего момента значение этого уникального межгосударственного объединения трудно переоценить. По совокупности достигнутых результатов за столь непродолжительный период наш союз по праву находится в лидерах среди других интеграционных объединений. Неудивительно, что многие наши наработки получили широкое развитие в смежных интеграционных объединениях на пространстве Содружества независимых государств. Нам сегодня, как никогда ранее, важно в полном объеме реализовать положение нашего договора об образовании сообщества Беларуси и России, подписанного в эти как раз апрельские дни, аж 27 лет тому назад, в 96 году. Этот фундаментальный документ стал отправной точкой для дальнейшего углубления двусторонних отношений. И вы помните, мы уже с Владимиром Владимировичем подписывали договор о нашем союзе и строительстве союзного государства. Планомерно расширяя правовую базу взаимодействия, мы открыли широкополосные магистрали для активизации бизнеса, сотрудничества научных кругов, творческих коллективов, партнерство молодежных объединений, свобода передвижения граждан и капитала,
равные возможности для образования и трудовой деятельности – все это неоспоримое преимущество нашей интеграции в глазах обычных белорусов и россиян. Я это говорю потому, что часто люди, забыв уже об этом, считают, что это естественно, забывают, что ни одна страна в своих отношениях не имеет того, что мы имеем Россия и Беларусь. Мы свободно перемещаемся, наши люди могут выбирать место работы, и все вопросы в этом плане у нас решены. Своего рода маркером успешности нашего экономического сотрудничества является количество торговых операций. За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза. Ключевое направление в двусторонних отношениях – производственная кооперация. Сегодня это связи более 8 тысяч белорусских и российских предприятий и сотни тысяч рабочих мест. За годы строительства союзного государства реализовано более 60 совместных научно-технических программ. Владимир Владимирович, молодежь встретилась. То, о чем вы говорили мне в Минске, молодые ученые наметили программу дальнейшего развития. Ну, оттолкнулись от того студента, который когда-то вам поставил вопрос, вы позвонили, что в этом направлении надо двигаться, и мы на базе Академии наук провели очень серьезный, ну, по-старому говоря, слет молодых ученых и нашли очень серьезные точки соприкосновения для работы в дальнейшем. Так вот, 60 совместных научно-технических программ в различных сферах – освоение космоса, информационных технологиях, сельском хозяйстве, выпуске материалов, приборов. Многие разработки успешно внедряются в производство, благодаря чему выполняется программа импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий. Опять с Владимиром Владимировичем мы обсуждали непростой вопрос импортозамещения в сфере микроэлектроники. Вчера мы с Владимиром Владимировичем долго обсуждали эту тему. Я знаю такое трепетное отношение президента России к этой теме. Позвал специалистов в этой сфере не первый раз. Побывал на планаре, который производит оборудование и станки для производства этих микросхем, чипов и так далее. Ну, естественно, у нас интеграл предприятия и другие, которые мы сохранили сейчас с россиянами, объединение выстраиваем. И я ему задал вопрос. Ну, как быть? Оборону надо, безопасность надо, космос должен быть. Он... Я говорю, что президенту сказать России? Он говорит, передайте ему, самолеты летают, я говорю, летают и будут летать, ракеты летают и будут летать. Даже в этом сложном вопросе мы нашли выход из положения и во многих других. Поэтому мы выдержим. Это не автомобиль и трактор создать, это сложная вещь. Мы научились это делать, у нас есть компетенции. В Советском Союзе это все делали. Просто немножко мы сориентировались на Запад. Сегодня поняли, что они нам не друзья. Нам надо самим это все делать. На международной арене наши страны проводят согласованную внешнюю политику. Наше сотрудничество в области внешней политики – это вообще пример для других ведомств. Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности союзного государства, в рамках которых успешно функционирует региональная группировка войск сил и единая региональная система ПВО. Предпринятые шаги по укреплению пограничной безопасности позволили значительно повысить защищенность союзного государства от международного терроризма, неконтролируемых потоков миграции, контрабанды, оружия, боеприпасов, наркотрафика, незаконной экономической деятельности. Вчера президенту рассказывал, что просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам, потому что у нас с Украиной граница намертво закрыта, через Брянскую, другие области пошло оружие. Мы закончили, Владимир Владимирович, с Александром Васильевичем Бортником сегодня операцию. Мы в ближайшее время проинформируем общество, вы знаете. Мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси и через Россию, я вам вчера докладывал, они хотели его вывести в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ, накрыли всю сеть, россияне дорабатывают по другим направлениям здесь, в России. Так что покой нас не оставит. Но главное, что
схрона, что в Беларуси, то в России оружие и взрывчатки есть, заходят, берут это. Вот как и в Питере произошла ситуация. Скорее всего, никто в карманах через границу, обычный человек, не везет боеприпасы и взрывчатку. Схроны здесь уже, и у нас мы несколько таких накрыли. Поэтому мы вчера очень серьезно обсудили вопросы безопасности в этом плане. Думаю, мы справимся. Медиаресурсы. Также у нас специалисты обсуждают эту тему. Мы с Владимиром Владимировичем договорились еще в Питере, что нам надо иметь серьезный союзный медиахолдинг. Надо создавать этот медиахолдинг. Да, это может в какой-то степени будет недешево, но если мы хотим, чтобы повестка звучала, есть о чем говорить, надо создавать этот медиахолдинг, не приклеивая его каким-то другим организациям. Об этом мы договорились, но это не сразу делается, тем более, что нужны определенные средства. В вопросе информационного противоборства, так и в вопросе формирования мощной идеологической поддержки нашего союзного строительства со стороны наших граждан немало сделано. Мы, конечно, не имеем права проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле, радио, цифровых полях сражений. Идеологическое противостояние по линии Запад-Восток не ослабевает. Даже после того, как замолчат пушки, это надолго. Уважаемые коллеги, ситуацию вокруг наших стран вы знаете. Она непростая. Без сомнений, мы достойно выдержали первые массированные внешние экономические удары. Об этом много сказано, и внимательно наблюдаю. Я тоже, Владимир Владимирович, последний раз в Туле побывал и как раз в точку высказался по поводу импортозамещения. Вот образец, мы тоже занимаемся тут очень много вагоностроением. Показывали специалисты ему эту тележку, это непростая вещь, немного государств это делают. В России это освоили, ушли в Запад, освоили. Мы также посматриваем, нам надо будет покупать эти тележки в России, но это уже свое, мы уже это освоили. Поэтому на смену неудавшимся попыткам экономической блокады сегодня, экономическая блокада не могла удастся, просто они... Так это, насколько мы решили нас взять. Если бы подумали серьезно, они бы это не сделали, потому что экономика, в принципе, самодостаточна. Не получилось экономически, начали целенаправленно давить в военном отношении. Усиливается риторика о перспективе глобального вооруженного конфликта. В условиях развязанной против Беларуси и России информационной, политической и экономической войны, кризиса международного права очевидного воздействия, международных институтов нам необходимо еще больше скоординированно, оперативно отстаивать и защищать национальные интересы Беларуси и России. В своем послании, президент заранее об этом знал, я открыто и прямо сказал, если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наше государство и наши народы. Я думаю, у них такие подходы. И никого мы не шантажируем. Так будет. Правительства наших стран с прошлого года фактически работают в режиме антикризисных штабов и, нужно сказать, добились заметных результатов в адаптации экономики, в выстраивании новых торгово-логистических маршрутов. В принципе, чтобы не говорить долго, мы вчера отметили с Владимиром Владимировичем, вот на сегодняшний день уже и не в чем упрекнуть правительство. Те вопросы, которые были намечены, основные решены. Остались хвосты, но, как наш премьер говорит, мы их за весну добьем. Ну и слава Богу. Благодаря такому сотрудничеству обновили кооперационные связи, перевели расчеты в торговле стратегическими товарами на российские рубли с привлечением кредитных ресурсов и реализуем ряд крупных инвестиционных проектов. Более чем на 1,5 миллиарда, которые нам очень-очень нужны России и Беларуси. В 2022 году Союзным Советом Министров и Высшим Госсоветом мы приняли 56 нормативно-правовых актов, которые сегодня имплементированы в национальное законодательство. Не буду их перечислять, также знаете.
Сегодня у нас обширная повестка дня. Мы рассмотрим как традиционные вопросы, так и совершенно новые, но очень важные.